И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, и Димончик, как всегда, отличнейшее настроение, и по многочисленным просьбам мы играем в хоррор-карту. Димончик, поздоровайся. Всем привет! Ух, какой страшный губка был! Видишь коридорчик, это значит что-то неладное. Я пощу... А, меня дверь прихлопнула. Ты видел, зомбачачина появилась там? Нет. А, ты отвернулся в это время, а я увидел. Опа, три гроба, какой выбираешь? Это... Этот? Matter win. Уже... А, стрелять, наверное. Ольга. А! Смотри! Жесть, я испугался. Слышишь музыку? Я убили за то, что по гробу стрелял. Вот это от меня кровище. Да. Фига себе, не обнаглел. Он вылетел со стены. Смотри, здесь то... Опа. О, тут глаз. Слышишь? Может нам сюда? Глаз здесь. Идем. А, тут у меня что-то. Проходи. Ого, смотри, какой маленький. Он даже не страшный, тут скримера. Ну и че. Опа! Че за рожа страшная? Она и не страшная, она как-то прикольная, просто что. Я провалился. Ай. Ты вниз, прыгай. Да? Там вода внизу? Нет, прыгай. Ох. Надеюсь, хп, ничего страшного. Вот, а смотри, привидение нарисованное. Опа, надеюсь. А ты исчез у меня. Ну просто рассчитан для нового человека, скорее. Здесь. Что-то кубики. Пропусти. Проходи, меня. Проходи, не бойся. Оно нарисовано. Пропускай. Опа, еще раз глаз. Проходим вместе, давай. Да куда? Не? Не. Хочешь. Вот тут рушатся полы, смотри. А. Или на такие. Иди сюда. Они такие были, эти полы, или нет? Я не понимаю. Сюда надо идти. Вот сюда. О. Так еще не видно то. О! Во! Мне телепортнули. Мягкая комната. Открывай. Есть кровище много, труп. Так, где скримеры? Где... Это же хоррор. Где страшилище? Здесь заперто. Угу, вот. Вижу. Здесь открыт. И... Опа! Димончик, я не стрелял, потому что мог бы тебя убить. Ну ты испугался. Это дельфин там ходит. Нифига себе, что меня так напугали, обычный зомбак меня напугал. И чё, назад нам придется возвращаться? Может, дверь будет уже открыта эта? О! Ё-моё! Я испугался! Блин, меня так зомбак ударил, страшно аж стало. Ай, мужичка этого. Ой-ой-ой. Да что ж ты кричишь так? Блин. Тихо, теперь моя... Опа! Дверь передо мной закрылась. Первый. Я вниз, Димон. Давай, давай. Опа. Есть. Иди, иди. Это дверь? Ой-ой-ой, там рожа. Ну, не страшно, она такая. Глаза такие выпущенные. Она прикольная. Ну, мы по сюжетке, да, идем? Да, нет, там чувак. Не забав. Давай по доскам, да, это можно перепрыгнуть. Оба-на, меня телепортнуло. Куда? Ты можешь ко мне тпхнуться. О, тут чувак ржет. Ряды кровавые. Вот, идем по ним. Можем в ящиках взять? Нету. А где он делся? А, внизу. Он упал вниз. Прыгаем. Вау, опа, 70 вау. Хп. Тихо, звуки чувак, страшные. Ты чё тут? Я не вижу. Чувак висит. Тихо, тихо. Опа, он исчез. Какое-то очень жуткое место. Теперь я уже начинаю слышишь бояться. Звуки? Блин, какие-то кошаки, что ли, дикие. Да-да, кошки как будто. Опа! Чувак висел в воздухе. Как будто повешенный. С каждым подходом еще страшнее и страшнее становится. Эта клетка не открывается. Что, ломаем? А! Ты, говнюк! Ё-моё, какой ты звуком тоже, да, испугал? Главное, решетка осталась целая. Меня не испугал просто. А я испугался. Ну что, нам как... Ой, а как нам туда спуститься? Не знаю. А что там за дельфины прыгают? Вот здесь что-то. А, вот дверь. Да, я тоже увидела. Смотрим, опа. Так, заходим. А здесь, кстати, вроде нету звука, да? Что это такое было? Опа! Ты кто такой? Прикольно, да, получается? Звуки классные, во. Когда пугают.
Он сейчас оживет, смотри. Смотри, что-то написано. Stay in time light. А тут дверь закрыта. Что нам делать? Это звуки страшные. Смотри назад. Назад, смотри там. Ой-ой-ой, где это я? Вау, вау, вау. Че, прикольно. Давит на страх, да, Дима? Давит. А где это мы? Опа, он был на месте. Ааа, ты кто такой? Значит, спускаемся вниз. Так, 60 хп. Блин, мы в яме. И все? Яма? Вау, тебя убило. И меня убило. Дверь закрылась. Смотри наверх! Ой-ой-ой, ты чё? А, ты иди отсюда. Вали от меня. Я испугался, он ко мне, чё он ко мне прям прилетел в ноги? Так, диванчик, пошли. А, ну ты фонариком светил. А, нет. Ой, я уже боюсь. Ребят, начинает страшновато становиться. Карта, опа. Опа, я выстрелил, как бы. Че, давай, вот. Диман, вместе. Написано, грузите новую карту. Так, ребята, мы взяли другую карту. Вообще, мы хотели продолжить ту карту, там написано на стене, скачайте вторую часть, но второй части нету. Да, с тремя эпизодами, мы сейчас начали с первого эпизода, но как получится, потом можно будет второй, пятый и третий. У тебя оружие есть? Нету. Коробки есть. О, монтировочка есть. Смотри, как прикольно сделал автор. Бля, о, где? Смотри, G-Man. Может, это будет получше. Ой-ой-ой, ты что? Воу. Это убийще. Как можно и обосраться. Фонарика нет. Есть фонарик, Диманчик, у тебя? Нету. Ой, вообще ничего не вижу. А, Димнище, меня подпер. Уходим отсюда. Да я не хочу туда идти. Там темно, да. Может, что-то найти надо? Вот же флэр есть. О, пойдем. Пошли. Давай ты будешь освещать тогда. Давай. Освещай. Тут видишь, как он предусмотрелся, класс. Так, я буду с монтировкой, ты с флайером. Вот, открываемся двери, смотрим. Заходи сюда. Димас, а чё он так слабо освещает? Ну, потому что так для эффекта сделано. Сюда заходи в дверь первую. Так, здесь у нас ванна. Блин, там упал же. Чё ты упала? Да карта страшнее. А тут что, Димас, находится вот здесь, вот в уголку. Вот здесь вот что-то же есть, да? Заходи сюда в дверь. Заходи, заходи. Заходи. Опа. Чувачок лежит мертвый. Слышишь, кто-то умер? Звуки какие-то. Подожди. Вообще страшные звуки. Там, может, какой-то еще можно свет взять? Потому что с одним светом... Так, давай я туда потихоньку буду так идти. Ты за мной. Я буду монтировочка ломать ящички, может. Повезет. Опа! Смотри! Тихо, он к нам идет? Да. Диман, давай, я надо ничего его не вижу. А! Мы с тобой подобосрались. Они звуками резко не берут. Тихо, я иду потихоньку. Потихоньку. Я понял. Потихоньку. Опа, давай здесь попробую разломать. Давай разломать. Не, ничего не ломается. Не-а. И пролезть там 100%. Не берет. А, это ты ломаешь, я думаю, саму ломаешься. Диман, сюда в комнату. Смотри, здесь человек какой-то. Пойду. Не, живет, не. Не испугает, как всегда. Фотография, смотри. Я ему в голову. Ой, здесь так свет мигает ярко. О, я вижу, вентиляция. Воу. Воу. А ну сюда, Диманчик, где я? Сзади тебя. Я дверь на всякий случай закрыл. Да я боюсь. Опа, да. Я ничего не вижу. Так, давай я первый пойду. Я уже. Или давай так. Я уже лезу. Не, ну теперь видно, да. Опа. Четко, четко, Дима. А! Хэдкрабы! Что отвалите? Так, хэдкрабушки. Ожидали и такого. Ломаем. Радио. А ты что тут? Страшновато. В ящичке. Ой, в шкафу ничего. А ну дверь, да, Димон, здесь? Не открывается. О, опа, смотри, Димон, сзади призрак.
красный. Ого. Дима, он убьет. Ого, он горит. Так они по нему стреляли. Ой-ой-ой-ой-ой, какое вонючее страшилище. Калитка открылась. Калитка. Подожди, я фонарик еще не взял. Конечно, надо в пещеру идти. Не? Блин, она атмосферная такая прям. Все происходит. Ну, страшно. Тебе скажу. Прикольная, она даже лучше, чем та карта. Да. Надо, да, обязательно надо пройти, Дима, все эпизоды этой. Опа. Карты. Есть. Да пройдем, пройдем. Обязательно пройти все эпизоды. Пошли. Посмотрим, чем закончится здесь света, сюжеточка. Я плохо вижу совсем. А! Ты что? Давай во все двери подзаходим. Да, 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 да. Давай, не пропускай. Давай сперва начнем отсюда. На заходе, не вижу ничего просто. Тут есть тоже фонарик. О, фонарик. Знаешь, что нашел? А, это электродубинка у тебя. Похоже на фонарик, да? Да. Ну-ка, отойди. Ей можно что-то осветить, Дима, отойди. Не, ей нифига не светишь. Так, ладно. Пошли дальше. Дальше. Зря, наверное. Одному взял, тяжеловато так было бы открывать, да, и светить. А ну-ка, что здесь? Опа, СМГшечки лежат. Бери, бери, бери. И два штучки, как знаю, да? Угу. Нет, тут вообще их четыре было. Давай дальше. Здесь я уже дверь открыл, заходи. Жесть. Ого, ты его навалил. У меня теперь тут зеленые штаны все в соплях его. Угу. Так, нам сюда показывают. Так. О, так мы же не могли пройти. А теперь можем, да, типа? По сюжеточке. Да. Проходим. Вниз спускаемся. Надо бочку сорвать, отойди, отойди. Отхожу, отхожу. Ой-ой-ой. Неплохо, да, жахнуло? Ага. Житухи, житухи. 45. А, у меня 100 жизней, 45 брони, я перепутал. Ключ. Ключ. Надо нести, да, аккуратно теперь идти, надо еще и защищаться, и ключ нести, и факел. Это жесть. А, по голове камнями, больно. Ага. Куда нести, ты знаешь? Обратно надо возвращаться. Сюда. За да. тобой, за тобой. Давай. Все спокойно, никто нас не трогает. Иди свети. Ну что, где испуг? Опа, инлук. Так, возьмите ключи и откройте дверь, да? И вернитесь, там было, да, написано. Так. Блин, Димас, ты ушел. Нет, ничего не... Я здесь, я здесь. Да. Где ключи? Ты их не потерял? Я их взял на Е. Здесь а. Более-менее все. Жопа пригоралавка. О, не пригорела. Можно этот флайер просто на, вдаль кинуть, и все, и так можно тоже освещать. Не-не-не. Кинь его. Мне так больше нравится. Опа, слышишь? Дверь открылась сама. Сзади. Сзади кто-то. Я боюсь. Я слышал, кто-то сзади был. Я верю, я уже боюсь оглядываться. Я правильно иду? Димас, я ничего не вижу. Так, сиди. Генератор здесь надо какой-то включить. Да, да. Ого. Там какие-то устройства. Спрыгиваем? Да. А что нам еще делать, кроме как не спрыгнуть? О, посмотри. А, все четко. Так. И чё? И ничего, кнопка красная только там есть. Надо какой-то перестал. Значит, возвращаемся. Вот, видишь, там метод даже нарисован. Там с флайером прикольно. Ой-ой-ой. Ай! Кто-то кого-то убил? Меня прищемило дверь, ну. Бывает. Что-то флайер совсем плохо светит. Что-то он теперь вообще еле светит. Что-то не вижу. Димончик, стало сложнее теперь нам здесь ходить. Так, что здесь? Я не... О, что-то мигает оно, ну, Димон. О.
Это то, что нам нужно. Черный кристалл. А, меня тут бьет всякие пропы. Ничего. Куда нам дальше? Давай сюда посвети. Да-да-да, туда иди. У меня фонарик появился, Димон. О, фонарик. Наконец-то. Ты чё там там лазишь, вонючка, вонючая? За всем этого. Чувырлу. Вот, Димончик, теперь мы покажем, как надо. Так, все, наверное, генератор запустился где-то, и можно... О! Вот говноед вонючий, да? Сильно испугал. Вот он, кричат сильно. А! Он мне хотел ляща выписать, на 5% ударил. Так. Не трать патроны, не трать, не трать. Не тратить? Вот это там крушитель. Так, мне кажется, сюда. Ого, жахнуло. Капец, вот какие-то. Что это могло так за... Так, кто сейчас будет пугаться? Пугачка, не? Ого, это два ящика, неплохо. За растения. Ух ты, дурак, что ли? Видишь, на кого он похож? Смотри. Что за кувшин? Дверь убрали. Дверь убрали нам. О, выбираемся. Кубка Боб, ты не злой какой-то. Да ты что, дура, блин, на меня орать так? Такую всех подряд. О! О, салон. Тихо-тихо-тихо. Полы разлетаются. Тут не задамажило. Вы кричите. А, я вижу, там за холодильником проход. Трупнейшн. Вот сюда. Как его подвинуть? Давай, поднатужься. О, ты его только что двигал. А, смотри, что я знаю, как сделать. Отойди. Давай. Не-а. Есть отойди, другой отойди, способ. Отойди. Нет, Димас, надо, чтобы все было всё нормально. Все четко, все по-честному. Так, туалет. Более я ключ взял. Так, сюда? Ой. Ах ты, блин! А, видишь? Вот ты ключом отремонтировал. Взял я, отремонтировал ты. Ой, так это полы, я испугался, хотел сказать, ты сейчас упадешь. Так, ну вставаем, поехали вниз. Я бы хотел так в реальной жизни такие лифты. Офигенно, под тобой гигантская пропасть, ты такой смотришь, я офигеваю. Да. Опа, трупы. Опа, она... А, это эти бластеры. Опа, не сработало. Бомб. Нужна бомба. Так, что будет перестрелка, чувствую. Я серьезно говорю. Так. Давай, глушитель, я подобрал бомбу. О, мы сейчас будем дверь взрывать? Так, давай, взрываем камень. Той! Дураки, блин. Смотри, кукла там, опа, подняется. Так. Взрываем, да? А, все. Опа. Продолжение во втором эпизоде. Мы прошли. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.